кастрюлю кладем ветки вишни или кору и заливаем водой так, чтобы она их чуть-чуть покрыла. Отправляем на огонь, доводим до кипения и накрываем. Варим на маленьком огне при слабом кипении около 1 часа. Затем выключаем, укутываем и оставляем настаиваться примерно на 1 сутки. Когда отвар настоится, процеживаем и снова отправляем на огонь. Добавляем соль и доводим до кипения. Тем временем берем яйца обязательно комнатной температуры и тщательно моем их содой. В уже кипящий отвар отправляем яйца и варим 8 минут с момента закипания. Выключаем и оставляем их там до полного остывания. Если будете оставлять на ночь, то остывшие яйца обязательно поставьте в холодильник. Спустя время достаем и просушиваем бумажным полотенцем. А для красивого блеска смазываем их растительным маслом. Цвет у них получился необычный и очень красивый. А что же внутри? А внутри тоже все отлично. Они очень хорошо чистятся и белок не окрашен. А чтобы получить более яркий цвет, нужно использовать только кору вишни и бежевые яйца. Готовьте с удовольствием и светлой вам Пасхи!